Знаменитый венгерский композитор и пианист Ференц Лист тоже отдал дань Евгению Онегину, написав фортепианное переложение «Полонеза» из этой оперы. Искренне восхищаясь музыкой Чайковского, Лист прислал ему письмо и фотографию с выражением самых лучших сердечных чувств. Из письма Ференца Листа к будущей жене Каролине Сайн-Витгенштейн. «Я верю в любовь к вам, с вами и благодаря вам. Без любви мне не нужны ни небо, ни земля». Из воспоминаний известного музыкального критика Стасова о концерте Листа в Дворянском собрании в Москве. «Мы с Серовым были после концерта как помешанные. Мы были как влюбленные, и не мудрено. Мы никогда еще не встречались лицом к лицу с такой страстной натурой, разливавшейся истоком нежной красоты и грации. В следующем году мы будем отмечать 200-летие со дня рождения Листа. Его связывает с русской культурой очень многое. Контакты с Россией охватывают большую часть его жизни в XIX веке, от Михаила Глинки до Сергея Рахманинова. У Листа обучался близкий родственник и покровитель Рахманинова, известный пианист Александр Зелоти. Кстати, Лист написал русскую народную песню, назвал ее «На прощание» и посвятил Зелоти. И кто знает, может быть, именно музыка Листа навеяла Тургеневу при написании романа «Накануне» такие слова. «Подобно весне, красота Венеции и трогает, и возбуждает желание, она томит и дразнит неопытное сердце, как обещание близкого, не загадочного, но таинственного счастья». Ференц Лист, годы странствий, Италия, Венеция, Неаполь, Гондольера, Канцона и Тарантелла.